Ой-ой-ой. Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале JoyFox Play. Сегодня мы с вами посмотрим игрушку под названием Islands War. Запустил я ее, и вот, собственно говоря, то, что ты видишь, тоже вижу, в принципе, и я. Прогресс обучения, какая-то битва. Давайте сразу из огня да в полымя начнем. Это какие-то сражения, не знаю, королевская битва, не королевская битва. Нажмите на море, чтобы отправить солдат. Ну, типа, давай. Какие-то три братюни приехали из другого конца океана, насколько я понял, началось месиво. И сейчас, короче, мы их с тобой запилим. Во, мы победили. Теперь этот дом наш, типа, нет? А вы что дом-то ломаете? Мы же можем там, в принципе, поселиться, да там начать жить. Странно. Ну, как бы сломали они дом, хер бы с ними. И получили мы 315 монет. Хорошо, следующая битва у нас будет с чем связана, не знаю. Давайте пройдем вообще обучение, посмотрим, чему нас тут учат. Фехтовальщик, открыть еще один за 400 монет. Давай откроем, деньги у нас пока что есть. Фехтовальщик, бонус удачи, можем еще один открыть. Давайте открывать вообще все, что есть, на все, что хватает деньги, мы с тобой будем открывать. Хорошо, окей. Мы тем самым, короче, юнит себе повышаем, да? Соедините отряды, чтобы увеличить уровень. Хорошо, этот совет я понял. Наш новый отряд плывет на какой-то остров. Сейчас здесь опять будет какое-то месилово, наверное, да? Но я так понимаю, что сейчас у нас тут будет больше каких-то войск, наверное, да? Типа, как их отправить сюда? Давайте, плывите, надерите, грубо говоря, задницу этим пятерым красным ребятам. В общем, вот, пошел замес, мы очень быстро их, в принципе, победили, потому что нас их больше, в принципе, это логично. Таким образом, здесь происходит боевка, насколько я понимаю. Победа! Player 468, я не знаю, почему у меня такой никнейм, но да ладно, был бы с ним. Дальше, что у нас? Ну, давай, наверное, сходим еще в одну битву, посмотрим, как будет выглядеть она. Тут, наверное, скорее всего, в будущем будут какие-то другие острова, насколько я знаю, как бы будет другая, короче, схема сражений, наверное, и так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, мы продолжаем бить этих красных карапузов. Я не знаю, жалко, я не могу увеличивать. Увеличивать я могу, кстати, на колесико мышки. Играю я, опять же, напоминаю, на эмуляторе, поэтому здесь управление может несколько отличаться от управления на телефоне. Но, тем не менее, 345 монет мы получили. Давайте попробуем, может, что-то прокачать. На это мне не хватает денег. Хорошо, это все за реальные деньги. Погнали снова в боевку. Это идет пока что такое обучение, поэтому, я думаю, ничего такого важного мы с тобой не пропустим. Игра, в принципе, это сделать не допустит. Вообще прикол обучения в том, что игра должна показать вообще, на что она способна, что здесь есть. Поэтому, в общем, вот, смотрим дальше. Этих, короче, братюнь мы практически запилили, хотя мы сейчас можем проиграть. Но мы сейчас с тобой проиграем, смотри. Как вы проиграли-то? Вы придурки, что ли? Вас так много было, их так мало. Как мы проиграли? Но, тем не менее, деньги мне все равно дали, что странно. Ладно, хорошо, давайте попробуем еще раз. Я не знаю, сколько их. Их 8 штук. А нас получается сколько? Нас тоже 8. 8 на 8. Мать, это прикольно. 8 на 8, и мы проиграли. Ну, это, короче, идет такое, знаешь, такого некое подобие рандома. Короче, победим, не победим. Сейчас у нас опять шансов нет. Сейчас мы опять с тобой проиграем, да? Нужно как-то их прокачивать, чтобы не проиграть, наверное, такого или что-то такое. 43 монеты мы тем временем получили. Давайте посмотрим, что здесь есть еще. Сразиться, какие-то испытания идут. Герои, это все в разработке, неполученные отряды. Тут есть ледяной лучник, например, какой-то там пленгер. Я не могу это, да, пока что открыть. Это характеристики основные идут этих войск. Как мне вкачать еще фехтовальщика? У меня же есть немножко денег. Как мне это дело вкачать? Пройдите обучение, чтобы открыть, блин. Я еще даже обучение пройти не могу, потому что мне просто не хватает денег, чтобы их улучшить. Алло. Давай попробуем еще раз. Но мне кажется, мы сейчас просто опять огребем и все. Давайте, не подведите меня. Вы что меня позорите-то, блин? У нас такая хорошая система была. Их, короче, 10 штук. Я 10 штук их насчитал. У нас 8. Это нечестно. Понятно, что они нас выиграют, потому что их больше, блин. Хотя вот сейчас вот мы можем, в принципе, их выиграть, да? Если мы сейчас не затупим. Да, мы их выиграли, хорошо, ломаем их местный штаб. Это такой метод реально рандома, блин. Либо они меня, либо я их, короче.
Очередная победа, 350 монет мы с тобой получили. Теперь мы сможем здесь, наверное, что-то прокачать. А, фехтовальщик. Фехтовальщика мы получили, ну как бы ладно, хорошо. Еще один отряд у нас добавился, он остался последний уровень, то есть 4 из 5. А если мы сейчас затащим, если мы сейчас их победим, то в принципе наше обучение закончено, мы можем попасть куда-то в какую-то там лигу, да, насколько я понимаю. Давайте, ребят, не подведите меня, я смотрю на вас сверху вниз, потому что, ну как бы вот я камеру верчу, я же смотрю на вас сверху вниз, получается, как бы все нормально. Ломайте им нахер штаб. И давайте, короче, уже наконец это обучение закончим. Посмотрим вообще, что, нас, что еще может предоставить эта игра нам. 355 монет, хорошо. А, так, тренировочный лагерь мы с тобой прошли. Мы переходим в новую арену. Окей. А, доступные отряды. А, арк, волки, быстрое существо с большим уроном и мощной атакой, чтобы хороший эгейн с группы низких войск здоровья. Хер его знает, о чем она речь. А, высокий урон, диапазон. Это, короче, лучники. А это у нас бомбометатели. А, это копьеносцы. Так намного проще ориентироваться, так намного проще понять. Так, забрать награду. Ну, давайте заберем, типа, да, почему бы нет. А, в первый раз, типа, мы забираем бесплатно эту награду, да? А, так, и что дальше? Что дальше? Давайте смотреть. Открываем еще одну карту фехтовальщика. Давайте откроем еще одну. Деньги у нас есть. А, лучники. Бонус удачи. Окей. А недостаточно места увеличить уровень тренировочного лагеря? Можно мне как-то уже начать как бы биться там, я не знаю, куда-нибудь на другой остров? О, слушай, прикольно. А типа мы можем тут на своем острове творить всякую вот эту вот фигутень, да, типа пассивный доход. А, ну, повысить я его пока что не могу, давайте просто забирать. Я думаю, это со временем потом откроется, будет, здесь будет намного больше дохода. А, расставим их как-то вот так вот. Хотя нет, это все немножко неправильно. Лучники должны находиться сзади, как бы. Они должны прикрывать с собой там фехтовальщиков и прочих этих ребят. А, так. Подожди, у нас один отряд лучников, серьезно? А что так скудно? Как-то скудновато, по-моему. Ну вот так вот сделаем пока что. А, так, постройки, постройки. Это у нас что? Мы можем сделать с тобой, в принципе, стену, да? Давайте на все доступные средства делать стену. Все, деньги у нас уже закончились. Так, по карточкам, что еще? Лучник, бонус удачи, хорошо, окей, какие-то сундуки. Но это все как бы за реальные деньги, как ты можешь понять. Хорошо, а что есть по арене-то? Как мне типа в бой там двинуться? Усовершенствуйте мэрию до второго уровня. Господи, а, мэрия, слушай, бляха-муха, тут столько всего есть. А, лагерь армии, так усовершенствовать, подожди, а как мне выбрать мэрию? Мэрию, есть тут мэрия, нет? Так, ратуша, это и есть типа мэрия? Я хрен его знает на самом деле. А, так усовершенствовать, ну типа давай посмотрим. Число лодок, 500 дерева надо, мне дерева не хватает. Бляха-муха, как я буду улучшать мэрию, если у меня нету досок? Странно. Ну ладно, хорошо. Пулуло против нас играет. Пулуло какой-то. Хер его знает, кто это такой. А, сейчас мы его быстро, короче, это самое дело пришибем, приголубим. В общем, убьем его нахер. Вот. Нам немножко дерева надо, 50. Сейчас мы это все сделаем, выполним. Ну, кстати, смотри, лучники, они неплохо так дамажат, на самом деле. Пока, короче, эти разбирают этих, лучники там хорошо так это наносят нам урон. Это не очень хорошо, с этим нужно что-то делать. Но сейчас мы разрушим лагерь, в принципе. Они как-то отбиваются, нет, когда мы разрушаем их постройки. Но, насколько я вижу, по-моему, нет. По-моему, нет. Так, монеты мы получили, дерево получили. Пойдемте улучшать с вами ратушу, я не знаю. Так, пойдем к себе на остров. Усовершенствуем ратушу. Вам нужно больше дерева, сможете получить его, проходя Лигу Завоевателей. В смысле? А, 500 дерева надо. Серьезно, ты с ума что ли сошел? 500 дерева, то я сколько буду копить-то? Подожди, стена, миномет, пушка, бомбить. Блин, а где мэрия-то? Мне бы, ребят, на самом деле сюда лучников как-то поставить. Давайте их вот так вот объединим между собой. У меня же были лучники-то, нет. Ну почему? Где их выбрать? Как? У меня доступные войска есть, лучники. Я только что увидел. Алло, игра, ты издеваешься надо мной? Лучники, вот, у меня есть отряд лучников. Как мне их туда впендюрить? Блин, довольно-таки странно, не знаю.
Ну давайте пойдем в битву. Я не... Может, как-то здесь это все делается? Подожди. Вот. Вот как это делается. Здрасте, приехали, блядь. Спустя 10 минут я разобрался, как это работает. Так, ну, будет у нас, короче, три отряда этих самых, как их называют, фехтовальщиков, один отряд лучников. А, и теперь, наверное, будут все гребать. Вот все наши враги, вот Хураеху. Хураеху сейчас будет у нас огребать. Потому что у нас с тобой есть фехтовальщики, у нас с тобой есть лучники, у нас все прекрасно. Мы еще, понимаешь, мы еще не успели, короче, начать... не успели начать играть, не успели приплыть на остров, а лучники уже атакуют, в принципе, кучкой. Вот, отлично, вообще просто замечательно. Таким и темпом, я думаю, мы с тобой вообще все так довольно-таки неплохо разберем в этой игре. Ломайте им, короче, шахту. Все, мы победили, 525 монет получили, 65 дерева у нас с тобой уже есть. Но такими темпами, я думаю, мэрию будет не так-то сложно как бы и накопить на мэрию. А что у нас тут прибавилось? Мы тут можем вкачать еще одну какую-то карточку, карточку лучника, потому что, допустим, почему бы, собственно говоря, нет. А, хорошо. Хорошо. Доступных войсков у нас пока что нет. На нашем острове построить мы можем здесь только стену, да. Ну, можем, в принципе, начать строить ее. Не знаю, ребят, насколько вам будет нравиться эта игрушка. В любом случае, пишите в комментариях, нравится она вам или нет. Она, знаешь, она реально такая зарипательная. Я бы в нее, на самом деле, поиграл даже для канала, потому что почему, собственно говоря, нет. Так, давайте, приплывайте. Что-то в ней есть, мы приплываем, даем, короче, все гребают, всем даем люлей. Зарабатываем всякие ништяки в виде, короче, дерева, в виде монет, прокачиваем свой остров. Все в лучших традициях подобного жанра игр. Вот, давайте, давайте, разрушайте. С ханая против нас. Это реальный человек, интересно, или нет? Скорее всего, реальный, потому что у меня, собственно, доступ в интернет-то есть. Так, хорошо, бонус за 3 победы. Ладно, бонус я пока что получать не буду. Что еще есть на нашем острове, что можно прокачать, в принципе? Хер его знает. Ну давайте, я не знаю, давайте стены делать. Постройка. Блин, мне на стен не хватает денег. Мне реально надо столько дерева, блин. Я чё, на этом, на лесопилке что ли работаю? Откуда мне столько дерева-то? Алло, игра. Боевой пропуск 9 из 10. Ну давай попробуем добить. Что значит боевой пропуск? Так, ну давайте отправляем, короче, к ним корабль. Их разносим и посмотрим, что у нас такое боевой пропуск. Потому что я пока что не понимаю, что это значит. Все огребают, всем весело, лучники стреляют. Но с их стороны тоже есть три лучника, но три лучника для нас это просто пфу, просто пшик, потому что у нас этих лучников до хрена. А вот этих бы ребят еще научить правильно делать, потому что нахера вы начинаете уничтожать здания, когда у вас еще недобитые юниты есть. Так, 6 побед у нас уже, отлично. Так, а боевой пропуск, забрать награду, это у нас что? А, это, ну, типа, доступные монеты нам дается, да, типа, мы сейчас можем тут открыть какие-то карточки еще. Я получил копьеносца, допустим. Отряд копьеносца у нас есть там, типа, да? Открываем еще один отряд. И для бомбильщиков, или как их там правильно звать, у нас пока что нет этих самых. Блин, у нас очень маленькое судно. Нам надо судно, в принципе, расширять. Так это у нас кто? Это кто? Это бомбометатели, это копейщики, да, какие-то? Блин, как бы вас всех совместить-то, ё-моё. Копейщики, фехтовальщики, лучники. Я могу вас как-то сюда запихать? Подожди, ну допустим, давай один отряд, хотя вот эти ребята мне тоже в принципе нужны, бляха-муха, я даже не знаю, что делать. Давайте ради прикола поставим одних бомбометальщиков, копьеносцев у меня нет, у меня только лучники есть. Это у нас кто? Это у нас лучники как раз таки. Хорошо, давайте еще разок куда-нибудь съездим на остров, посмотрим, как будут бомбометатели работать, потому что это на самом деле интересно, по-моему. Так, отсылаем к ним корабль. Бомбы должны очень хорошо разрушать здания, но, в принципе, это не то, что мне пока что нужно. Мне нужно, чтобы они очень быстро, короче, раскидывали вот этих самых ребят. Вот этих вот самых ребят. Да, кстати, вот эта бомбометатель не очень такая прикольная вещь. То есть он подходит, просто взрывается, ну, немножко дамага наносит, как бы, зданиям, да, каким-то, и все. Мы проиграли. Нет. Бомбометатели не такие прикольные ребята, как мне казалось. Если много зданий есть, тогда да. Так, бомбометатели, идите сюда обратно. Давайте лучше сделаем как-то вот так вот, наверное. Так, копьеносцы. Копьеносцы будут у нас в первых рядах стоять. Могу я как-то вот так вот вас поменять? Так, а лучники? Лучники у нас сзади стоят, все в принципе нормально. Блин. Честно говоря, я в этой игрушке уже залип немножко. Что-то мне есть реально такое прикольное, я не знаю. Как он? Totally Accurately Battle Simulator, что ли, была игрушка на ПК, она как бы есть. Что-то она мне напоминает. На самом деле, что-то такое реально похожее есть. Давайте посмотрим, как это будет работать вот так вот. То есть пока что лучники разбирают задние ряды, копьеносцы и фехтовальщики разносят все, что... Все, в принципе, до чего дотягивается у них рука. Во, мы победили. Мы победили, короче.
6 побед у нас уже есть, таким образом мы с тобой накапливаем денежки. Блин, слушай, такая залипательная игра, реально. Сировада какой-то против нас. Сировада, давай посмотрим. У Сировады довольно-таки неплохое укрепление. У них, блин, хомуха, стоят вот эти вот стены. То есть к ним, чтобы подобраться, к ихнему штабу, нужно как бы обойти вот это ихнее помещение, ихний вот этот вот остров. А это что, ребята просто стоят, ничего не делают? Это лучники. У них лучники почему-то стоят, нихера не делают. Это, по-моему, Хировада-то, по-моему, затупил немножко неправильно. Он сделал. Лучники надо куда-то вот сюда, вот на первых рядах вот ставить, чтобы они за стен стреляли. Блин, они, слушай, неплохо так меня разносят. Я думаю, что побежу я, не побежду. Побежду я или не побежду, бляха-муха, я помираю. Скорее всего, он меня сейчас убьет, да? Давай, давай, пожалуйста, один на один, давай. Убивай его нахер, ну. Бляха-муха. Ай, ну не получилось, ладно. У него там осталось совсем немножко хпшки. Давайте, ребята, будем на сегодня заканчивать. Вы пишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам эта игрушка или нет. Мне она, честно говоря, нравится. Если вам тоже нравится, можем еще в пару серий по ней записать. А пока что я с вами прощаюсь. Всем пока.